Слава Украине! Ребятки, только что мы рассказывали вам о том, что в результате визитов испанского и датского премьера в Киев есть конкретные результаты по Испании. Там они отправили нам целый корабль с грузовиками, броневиками, 200 тоннами амуниции, боеприпасов и так далее. Просто, ну, корабль, представляете, сколько там всего, да? Это много. Корабль зайдет в Польшу, и потом через сухопутную... Корабль уже ушел, он не будет отправлен, он уже был отправлен еще перед визитом. Он приходит в Польшу, и, соответственно, из Польши он... Весь груз будет доставлен к нам. Слава Богу, тяжелая техника идет из Испании. Но я же говорю, от которой этого вообще не ожидали. Но я же не договорил. И Дания же тоже была. Вот. И во время совместной пресс-конференции с Зеленским, премьер-министр Дании так и заявила. Они немедленно оказывают Украине помощь на 90 миллионов долларов. Это немедленная военная помощь на различные военные расходы. Это уже по нашему выбору. И второй момент. После нашей победы Дания будет принимать активное участие в отстройке Николаева. Дело в том, что Николаев довольно сильно пострадал от рашистов. Все мы знаем о том, как они варварски обстреливают этот город. Так вот, его частично кое-где надо восстанавливать. Соответственно, именно этим и займется Дания. Спасибо датчанам. И я так понимаю, что наши города после нашей победы будут гораздо-гораздо красивее, чем они были. На зависть всем тем, кто их пытался разрушить. И у них ничего не вышло. Слава Украине!